Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая игра в вертикальном положении, где мы будем с вами управлять свинкой-роботом, да. А, это уже давно не свинка, это реально монстр, монстр на ногах, железных ногах, которых сейчас будут уничтожать всех. Я в начале игры прошел тренировочку полностью. И у нас, походу, здесь есть не только свиньи, есть и другие персонажи, а также есть различные улучшения для нашего этого робота-свинопота. А, так, здесь мы также можем с вами открывать различные сундуки, где можем находить с вами различные вещи. И в том числе, наверняка, эти улучшения, там, золотые монетки и тому подобное. А, это лучшие типа игроки, и да, забыл сказать, игра работает без интернета. Я зашел в эту игру без интернета, и сейчас буду играть. И вначале есть тренировочка, что я и говорил в начале игры. Ну что, есть такой вот джойстик у нас для управления свинопотом, и есть обычные нажатия на экран, это наши удары, но... Повторюсь третий раз, что есть тренировочка, где вам покажут абсолютно все в управлении этого свина-робота-пота. Абсолютно все покажут, как надо свайпать вверх, чтобы убить его, как наносить удары, как наносить супер-удары. Вам все, ребята, покажут, поэтому я все знаю, и чем я убиваю его. У меня остался такой вот маленький кусочек жизни, но на последних секундах я побеждаю его. Мой свина-пот-кот... побеждает этого непонятного монстра, бота-робота, и мы нажимаем снова же на файт и начинаем играть. А также, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Но дело в том, что я сражаюсь против такого уже свина-робота, только у него в руках такие шары с колючками, но у меня совсем такие мощные прямо... руки из топоров, да. О, у нас какое-то улучшение доступно, да, вот здесь, да? Да-д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 а, улучшение, 5 золотых монеток, давайте, ребята, отдадим на улучшение и нажимаем fight, чтобы снова же начать играть. Так, знаете, где-нибудь в автобусе, там, в школе, на переменке можно зайти, поиграть, не нужно телефон в горизонтальное положение переворачивать, да, просто в вертикальное положение, что вам удобно, и много пальцев-то не надо, да, как вот на горизонтальных положениях играем, мы в игры гонки, например. Здесь одного пальца достаточно, ребята, просто управляешь свина-роботом и нажимаешь на экран, чтобы наносить различные удары. Но дело в том, что мы с вами проиграли, да? Я даже и не понял, что мы с вами проиграли, так как это все быстро произошло. Но здесь у нас есть такой вот ящик, который поможет нам сейчас что-то найти. Ну так, опять золотых монеток, еще 2 золотых голубых кристаллов и здесь... такие карты для улучшения. Как только вы достигнете полностью этих улучшений, карты найдете все, то у вас будут доступны уже улучшения для улучшения. Да. Так, раз, и два, и три. Еще мало, еще, ребята, мало. Давайте нажмем на файт, и мы снова сейчас будем с ним сражаться, да? Нужно не забывать защищаться. Защита у нас происходит так. Вот просто-напросто касаемся экрана, держим и все, мы защищаемся. Свайпаем вверх, что у нас это? Так, вот такой вот, фу-фу-фу, рывок. Давай. Фу, давай. Сейчас мы его уничтожим, ребята. Эй, я еще не нанес ни одного удара. Вот, нанес, наконец-то. Так, защита, не забываем использовать защиту. Так, удар. Так, этого свина-робота мы с вами сейчас убиваем, но вот следующего робота мы почему-то с вами не могли убить, потому что он у нас убил. Файт, снова же файт. Свайп туда же, короче, свайп вправо, такой вот делает рывок, видали, влево, у него есть специальные ракетки для этого, чтобы... так, давай, ускоряйся, ты чё? Ё-моё, вот его вот сложно, ребята, почему-то победить, но не будем сдаваться, и свайп вверх, все, да, давай, еще один удар, давай, ё-моё, кто кого, я что-то не понял, ребята, он меня, но вы видели, у него остался совсем маленький кусочек ПХП, чтобы его убить, но мне не хватило этого удара, чтобы убить, потому что я не защищался, а он защищался. Ну, в общем, такими темпами, я думаю, в этом сети ему за меня. Ну, на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.